мы все ведь понимаем о том, что это предвыборный цирк. Мы идем на выборы, дорогие друзья, и теперь перед выборами надо набросить удавку на главных мэров страны. Это понимают все, кроме тех, кто организовывает эти все, так сказать, такие зрелища. Что касается самого обвинения, ну, я еще раз говорю, обвинять одного человека в том, где голосуют, так сказать, общественное решение, это примерно как в Верховной Раде тогда рассказывали, что надо всех арестовать, кто неправильно голосовал. Это, то есть, надо отменить демократию тогда, отменить право голоса, и нормально, тогда все будет хорошо. Они к этому идут, но не дойдут, к счастью. Теперь конкретно по Труханову. Геннадий Леонидович Труханов – один из лучших мэров Украины. Это видно по тому, какие результаты его работы. Я езжу по многим городам и вижу, как относятся люди к своим мэрам. Я думаю, что Труханов заслужил уважение одесситов. Мы его поддерживали, поддерживаем и будем поддерживать, потому что он настоящий человек. Кому-то не нравится, кому-то нравится. Ну так он же не, это не бумажка, что ему всем нравится. Ему работать надо. А когда ты работаешь, ты многим не нравишься. Когда ты работаешь хорошо, ты не нравишься еще больше. Это нормально. Он выбрал для себя нелегкий путь и пошел в мэрство. Поэтому, Геннадий Леонидович, вы не обращайте на них внимания. Вы не падали в обморок, не бились в истерике, как 99% всех арестованных. У вас не обнаружился там сразу на последней степени там какой-нибудь инфаркт, потому что вы мужик настоящий одессит.